финские продукты. О, у нас такое. Какао. Дома печень. Есть такое какао. У меня в Крыму и то есть, а ты говоришь, у вас здесь. У вас тут продается. Так. Печенюшки, конфетки. Угу. Да. Какие ребята симпатичные. Куртки. Ой, прости, пожалуйста. Так. Ну, это как всегда. Целый календарь из моих любимых конфеток. Да. Вот это все. Ну, смотри, я зашла, что делала. Ага. Ну, варенье, джемы. Вот эти шоколадки морозы. Рыбий жир. Да. Светильничек. Да. Всякие витамины, рыбий жир. Вот. То есть финки привозили. Угу. Пасты зубные. Ну, конечно, немного. Угу, наливки. Ну, и понятно, фэри с дозатором. Ой, какая вещь замечательная просто. Ну, у нас она пока. Вот такая у нас компания. А старший пришел с соревнований, слышь. И просто валяется без сознания, спит. Спит, да, спит. Спит, он спит. Спит, спит, спит. Он ходит там. Спит. Вот так вот соревнования-то по лыжам. Бедный ребенок замученный. Сегодня вот какой денек хороший. Не пасмурный, прям светло. Вот, я еду сейчас в гости к Татьяне Валерьевне, к моей душевной подруге. Она женщина очень скромная. Скорее всего, сниматься-то она, наверное, не будет, но посмотрим. Вот. А что вам хочу сказать? Сегодня Косте приснилась Алинка. Ой, быстрее. Костя говорит, красивая, как раньше. Ухоженная вся. Прям хорошая такая. И говорит, как хорошо, что вы меня привезли сюда. Если бы меня там похоронили, я бы, наверное, не очнулась. И Костя говорит, и я такой, ну, немножко испуганный. Она говорит, все хорошо. И Костя говорит, я ее... И ты, говорит, стоишь прямо рядом с ней и тоже говоришь, не бойся, все, все хорошо. И Костя говорит, я ее прям обнял, и она прям настоящая. Вот так вот. Светится, все сияет. Пошла в магазин. Фикс-прайс. Вроде бы один магазин, но ассортимент везде разный. А таких вот наклеек я не видела. Надо взять.
не купила. В центре были снегири, наклейки на окошке. Вот. Тут тоже их нет. Ну ладно, возьму такие. Вот, вернулась я от Татьяны Валерьевны. Выпили мы с ней по 100 грамм вискарику. Вот, зашла я, купила вот такие наклеечки на окна. Вот, видите, у меня что тут творится. Все пытаюсь видео снять с украшениями, никак. Вот. Вот такие подарила она мне на Новый год. Перчаточки она вяжет. Вот. Очень хорошая женщина. Такая душевная, такая умница. Вот. Ну вот, собственно говоря, и день прошел. Вот. С Ириной Санной. На улице минус 19. Вот, без шапки товарищ ходит. Вот, пришли. Приехали на Щербакова в офис к Татьяне Валерьевне. Вот все сияет, красота. Шкафы. Здрасте. Вот она сидит. Друженик. Ну, конечно, сейчас она еще. Чего? Такая хорошая. Да. Вот. Сделала шарфик Татьяне Валерьевне. Эти. Красоту-то. Красота. Красота. Давай другой одевай. Ага. Ну. Самой нравится. Помидорчики 49, по 50 рублей считаю. На ананасы по 67, 88. Ну, как хороший. И желтенький. Вот его как раз и возьму. Вот. Давай его возьму. Все, скидки, скидки. Колбасочку возьму в Олимпийский. Да все, стекло докрашено, всякое. Посмотри, здесь резинку широкую. Сегодня Рождество католическое. Сегодня день рождения моей подруги, которую я, правда, давно не видела. Она теперь живет в Белгороде-Днестровском на Украине. Так что
Валя Мамискулова, поздравляю тебя с днем рождения. Здоровья тебе, счастья. Всего самого хорошего. И всех вас, мои дорогие, поздравляю с праздником. Будьте все здоровы. Чтобы ваши детки были здоровы, внуки. И всем всего-всего самого хорошего. Я вас очень люблю. До новых встреч, мои дорогие.